моей Камилой, чтобы сняла блажь, чтобы дух схватила, да скрутила аж, да налей вторую, чтоб валила с ног. Нынче я пирую, отзвенел звонок. Нынче я гуляю, мне не нужен счет. Мне вчера хозяин выписал расчет. Я в этой стойке не был столько лет. Ни к больничной койке был прикован, нет. Вези меня, извозчик, по гулкой мостовой. А если я усну, шмонать меня не надо, я сам тебе отдам. Ты, парень, в доску свой, ты тоже пьешь когда-то до упада. Парень, я нехилый, и ко мне не лезь. Слава богу, силой и капуста есть. От лихой удачи я не уходил. Был бы друг, а значит, он бы подтвердил. Выплеснуть бы в харю этому жиду, что в коньяк мешает разную бурду. Был бы друг Карпуха, он бы точно смог. Да нынче бляха-муха, он мотает срок. Вези меня, извозчик, по гулкой мостовой. А если я усну, шмонать меня не надо, я сам тебе отдам. Ты, парень, в доску свой, ты тоже пьешь когда-то до упада. А что это за сервис, если нету баб? Мне вчера хотелось, да нынче вот ослаб. Но чтоб с какой-то лярвой я время проводил, был бы кореш старый, он бы подтвердил. Дам тебе трешку или четвертак, все равно матрешка, будет все не так. Так пусть тебя мочалит жалкий фраерок. Нынче я в печали, друг мотает срок. Вези меня, извозчик, по гулкой мостовой. А если я усну, шмонать меня не надо, я сам тебе отдам. Ты, парень, в доску свой, ты тоже пьешь когда-то до упада. Всем привет! Сегодня у нас песня, не знаю про что, про все, про жизнь блатную, называется «Вези меня, извозчик». Но песня явно не про извозчика, а просто вот такое настроение. А вот там вот в первой строчке налейка, чтобы сняла блажь. Вот, видимо, вот блажь-то она все никак не снимается, он все наливает, а она никак не снимается. Вот, вот эта блажь и поется в песне. Вот, аккорды я взял в легкую тональность, ля минор, вот, чтобы бы все игралось просто. Ну, тут в одном месте все равно вставляется аккорд F, вот, а так все просто. Я сыграл такой ритм: бас, потом вниз, вверх, другой бас и пять. Вот это такой, ну, фокстрот для таких песен. Эй, налей-ка, милый, вот. Ну, вот она как бы таком в среднебыстром темпе, она довольно ловко играет. Ну, можно, конечно, сыграть шестеркой. Тоже будет, в принципе, неплохо. Но шестерка играется побыстрее. Налей-ка, милый,
чтобы сняла блажь, чтобы дух схватила, да скрутила аж, да налей вторую, чтоб валила с ног. Нынче я пирую, отсвинил звонок. Вот шестеркой звучит уже так не в развалочку, а немножко так энергичнее и повеселее. Вот, аккорды все простые. АМ, Е, потом G, C. А вот непростой аккорд F. Да налей вторую, да, то потом А7, чтоб валило с ног. И вот здесь я этот палец отпускаю, получается аккорд DM6. Нынче я пирую, отзвенел звонок. Вот, а если играем басом так вот, то вот после первой части куплета здесь можем такой ход играть в басу на шестой струне. Открытую, потом на втором ладу, потом на четвертом. И потом дальше повторяем еще раз куплет. Нынче я гуляю, мне не нужен счет, аккорд Е. Мне вчера хозяин G выписал C расчет. F. Я у этой стойки А7 не был столько лет, ДМ. Потом аккорд H7. Не к больничной койке, ДМ, был прикован. Есть аккорд Е, играю бас. Вот, вот этот бас на четвертой струне, это на втором ладу. Потом отпускаю палец, получается четвертая открытая. Потом ставлю на пятой струне, на третьем ладу. А все остальное также держится аккорд. И еще на пятой струне, на втором ладу. Такой ход. Красиво получается с таким басом. И он уже дальше пошел припев. Вези меня, извозчик, по гулкой мостовой. Е, а если я усну, АМ, шмонать меня, А7 не надо. Дальше ДМ, я сам тебе отдам G. Ты парень в доску, F свой. Ты тоже пьешь когда-то до упада. Ну, еще могу сказать, что кому вот так вот с глушением так вот щелкать пока не очень ловко, можно простой вариант вот так. Но это уже значительно мягче как бы звучит. Так. Эй, налей-ка, милый, чтобы сняла блажь, чтобы дух схватила, да скрутила аж. Вот это такой мягкий вариант. Со щелчком пожестче, а шестеркой это вообще энергичный такой. Веселый, самый веселый. Вот такие варианты аккомпанемента в этой песне. Всем удачи, играйте хорошие песни.